Всем привет, дорогие подписчики! Вы на канале Славка Инфо, и сегодня мы сыграем матч 14-го тура Мир Российской Премьер-лиги сезона 2024-2025, который состоится в субботу 2 ноября 2024 года в 18:00 по московскому времени. Матч между Санкт-Петербургским Зенитом и Махачкалинским Динамо. Кстати, ребят, хочу вам кое-что сказать. Ребята, в прошлом матче «Зенит» так, перед этим матчем никогда не играл с «Динамо» Махачкалой. Но была одна самая знаменитая команда, в которой были звездные игроки, как Роберто Карлос, Самуэль Этоо и многие другие. Это Анжи из этого же города, то есть из Махачкалы. И последний раз «Зенит» играл с Анжи 14 апреля 2019 года в чемпионате России сезона 18-19. И встреча завершилась со счетом 5-0 в пользу «Зенита». И перед тем, как мы начнем эту игру, хочу вас кое-что спросить. Мой прогноз на матч между «Зенитом» и Махачкалинским «Динамо» — счет будет 3-1 в пользу «Зенита». А ваш какой прогноз, дорогие подписчики? Напишите в комментариях свой вариант ответа. Посмотрим ваши результаты в комментариях. И какой прогноз будет совпадать с реальным счетом, тому я поставлю лайк в комментариях. А сейчас мы можем начинать эту виртуальную игру. Итак, вот у нас предматчевые, ну, короче, вы поняли, там показывают фанатов, там виражи всякие, перформансы. Команды вышли на поле, показали составы, и начинается матч между «Зенитом» и махачкалинским «Динамом». Погнали. Динью пасует Артуру. Артур с мячом. Артур, удар по воротам, 1-0. «Зенит» открывает счет. Артур забивает гол в самую девятину. 1-0. Давайте смотреть повтор этого голешника. Вот такая у нас контратака «Зенита» получилась. И смотрим повтор этого удара. В самую девятку попадает Артур. Просто великолепный гол. 1-0 в пользу «Зенита». Махачкалинская «Динамо» развело мяч. Яндо подает угловой. Подача. Клаудиньо пробьет головой и пробивает, и забивает. 2-0 в пользу «Зенита». Клаудиньо забивает гол с углового. Клаудиньо забивает гол. 2-0 в пользу «Зенита». Артур сделал красивый прием и забил головой. 3-0. Артур оформляет дубль. 3-0 в пользу «Зенита». Давайте смотреть повтор. Попал ли второй раз подряд в самую девятку? Красивый финт сделал Артур. Ну да, второй раз подряд самую девятку забивает Артур в своем матче. 3-0 в пользу «Зенита». Махачкалинская «Динамо» развела мяч. Не полностью закончится, она закончилась, но «Зенит» не смог забить четвертый гол. Закончился первый тайм, счет пока 3-0 в пользу «Зенита». И сейчас начнется второй тайм. Итак, начинается второй тайм. Счет пока 3-0 в пользу «Зенита». Махачкалинская «Динамо» развело мяч. Барюс бьет. Стенка сыграла. Алип не успел ударить. Махачкалинцы отобрали мяч. Клаудиньо удар. Гол! 4-0. Клаудиньо забивает. Но это красивый гол. Наверное, третья девятка или четвертая девятка подряд. Давайте смотреть. Вот такое празднование исполняет Сергеев и Клаудиньо. Давайте смотреть повтор. Так, значит, Клаудиньо у нас подобрал мяч. Пробежался, пробил по воротам и... Нет, это не девятка, это просто обычный гол. 4-0 в пользу «Зенита». Минут к концу матча. Борис прорывается. Артур может забить пустые, и это смог сделать. Оформляет хитрик Артур. 5-0 в пользу «Зенита». Какой красивый гол забил Артур с пустые ворота, как только вратарь махачкалинского «Динамо» спас свою команду. Ногой даже отбил этот мяч вратарь махачкалинского «Динамо». И Артур забивает в пустые ворота. 5-0. Мариус хотел сделать обмотку, но, к сожалению, ничего не вышло. 5-0 в пользу «Зенита». Матч окончится со счетом 5-0. Победа «Зенита». Если вам понравилось это видео, тогда поставьте лайк, подпишитесь на мой канал Славка Инфо. Всем удачи, всем пока-пока.